Бля, сейчас Хантара сденем просто. Тысячный ранг против 3000 рангов. Кто же сильнее? Кто кого разденет? Когда уже я набьюсь на курьера? Не на жабу, пожалуйста. Блин, два Марса еще. Два чела уже запалось. Два ханта. Опа, хорошо, хорошо. Единственное, поставить больше некого. Баранку я не хочу брать. Блин, жалко давать БХ. Сахуд соберется в будущем. Лучше бы он был не у БХ. Плака я когда-то продам. И он сейчас их двоих отпиздит. Дробу для кожана. Не, ну если у меня будет кожан на столе, то я думаю, мы вытащим робу. Эх, ассасинчик бы одного. Колчан и лук. Готовы. Бля. Можно было огра поставить, но... Я прям вообще отказываться от хантов что-то не очень хочу, если честно. О, я понял. Что-то сильный пришел. Клок и... Кожан Т2. Вайперос даже не может зарядиться при учете, что... У него этот Войтстоун. Морфа не брал. Ну я ж наперед знаю, да, то, что мне придут, блять, ассасины. Кого мне брать наперед? Или ты думаешь, у меня голда бесконечная, я могу всех взять. Я выбираю самое сильное, что я могу взять в конкретной ситуации.
Я не знаю, что мне придет потом. Держу в курсе. Не хочу я левелапать. Лузнул все равно. Там можно было продать Мирану и левел апнуть. Просто потому что я это буду делать все равно. Я буду левел апать, скорее всего. Особенно если выигрываю, а тут я должен выиграть. Ладно, я выиграл, так что похуй реально. Главное, что... Ну хотя сейчас Тинкер засолит просто. Не засолил Тинкер. Просто вырезал бы моего БХ Тинкер, были бы проблемы. Пусть стоят, но это пока. Игра дает кожана. Ну, когда игра дает кожана, я беру. На удачу, как минимум. Бля, единственное, кто подрубил щит. Кожан. Кожана просто плюнули. Какое неуважение. Я еще и задефал. На. Красиво, красиво. Маску в тоже Тинкера. Не, в Тинкера нет смысла. Ладно, я понял. Это все мне не нужно. Бля, мне бы ап найти. Пошло, минус 2. А больше не буду нажимать, максимум один раз. Мог это сделать. У меня 2 клока, 2 тинкера, 2 вайпера, 2... Как их зовут? Морфа. Важно выиграть. Очень важно было сейчас выиграть. Потому что я могу на стрике быть. Если что-то любое заапаю. Я выиграл хорошо. Даже без апа повезло. В идеале мне надо было просто найти сейчас ап. Потому что мог прийти какой-то сильнее чел. А, ну я даже за 2 ролла ничего не нашел. Я все равно буду ролить в этой. Все, найс. Это сильно. Это сильный ап, учитывая, что у него еще Whitestone. Это очень сильный ап. Надеюсь, его хватит. Ой, плюнул хорошо. Хватит ли этого? Да, хватает, найс. Если бы не апнул, вайпера точно не хватило бы. Вайпер тупо убийца. Сейчас мобы. Если что, огров продам. Там все равно инкама не будет. Жаль. Семь голды. Сейчас бы, конечно, десяточку иметь было бы неплохо.
но никак. Так себе. Что это, подруга? Пока все. 2-2-2-2. Дохуя по 2. Два юнита, да, здесь апнута? 3. Легком убьет. Вайпер солид. Хорошо, что я заролил вайперы. Повезло. Ну, отчасти повезло, но у меня их 2 было. Ой, хорошо. Опа, тоже запас. Бля, мне бы, конечно, какого-то меха Т2. Вот мне мех нужен Т2. У меня танки так себе. Или тиник Т2. Я могу тогда вместо мехов поставить алемов с тиником Т2. Тоже нормально. Может даже уже это сделать. Хотя... Короче, был вариант еще убрать... продать мехов, клока и тинкера обои. Ну, из 4 этих человека. И поставить 2 элемов. Была еще 20-ка, но... Я, пожалуй, так посижу. Надеюсь, кто-то из них запается просто. Мне нужен ап. С таким стриком. А походу меня пробьют, да? Или нет? Я не должен, там квапа еще под шляпкой. Найс. Просто что раньше заапается и все. Хоть и я теряю одну голду, но... Мне нужны апы любые, либо то, либо то. Ебать там. Нормально. Ничего не запалось. Ни того, ни того. А, это уже плохо, ребят. Это уже очень плохо. Можно рискнуть сейчас. Можно рискнуть. Я, пожалуй, рискну. Мне надо заинкамить теперь, потому что там очень много сильных людей. Если я сейчас выиграю, будет заебись. 6 варов. У меня, конечно, вайпер есть. Но это, походу, будет сложно выиграть. И у меня вайпера убили. И элемы лучше против варов. Но это вообще всем похуй. Мехов могу продать, тиника нет. Одной голды не хватает. Если бы выиграл, я бы продал мехов. Так не получится. Ну и плюс тинкер апнулся уже. Жаль. Жаль. Ну ладно, нормально. Нормально на самом деле. У меня есть 5 ассасинов, мне не хватает только ташки. Тут жесткие столы на самом деле. Сильные столы. Блин, жесть. Мой левел, варов и... Ну, он, понятно, что лустрикал. Стол, конечно.
конечно, страшно выглядит. Так, опа, сгори. Сука, пенька еще призвал. Ебать мне зашло. Какие-то, блядь, звери все. 3 седьмых. Или 4? 4 седьмых. Хорошо, в пашечку выпал мом. Ебать, надежд уже не было из последнего моба. Вывалился. Нихуя из этого не надо. Если что, продам. Короче, Вайпер, я в тебя верю, пиздец, как никогда не верил. Держи. Сука, не хватило, там тоже Вайпер второй. For you, I adore you. I dream, I know.
Уваров, да, по-моему, 5. 5-7-9 уваров. Это очень давно такие цифры были, которые ты пишешь. Конечно, если я найду Ташку быстро, то я буду очень... Ебать. У меня 2 мома. Я чемпион, просто нахуй, я чемпион, ребят. Ташку найду, и я чемпион. Тут есть Ташка. У него 6. Вторая ПА. ПХ, нахуй еще. Морфа не буду собирать. Ребят, атак спид. Представьте, если она запается третья. А у меня такая ситуация в игре, что она скорее всего запается. У меня слишком много голды. Единственное, эта ситуация может испортиться тем, что я очень долго буду без ТА. Тогда будет пиздец. Мне не хватит просто места под это все. Я уберу их уже сейчас. Я начну собирать... ну, я уже начал собирать Акаш, БХ, и мне еще надо собирать Пашку точно. И друидов. Мне под морфа места не хватит. Даже пытаться не буду. Разъебал. Туза. Ебать, там туза разъебали тоже на его базе. На 13. Один голд больше 300 юнит. Все так, братиш, все так. Так, как ты пишешь, один в один. Не могу ТА найти. Стая, ёбарь, я пиздец, ёбарь, ста. Я и без ТА, походу, тоже такой неплохой боец.
Там уже летают итемы. Это я, что ли, там зашел или кто? Девять ноль, ебать. Из одного моба. Я буду левел ап. Сейчас плюс левел делаем и ищем уже на next level или тогда то. То, что уже есть и пенек, и... Как это называется? ЛД. Топ-7. Мое что-то вряд ли, если честно. Там у МК дела похуже вроде. Мне кажется, он будет next все-таки. Твич разъебал. Я совсем у меня 6 альфа. Че, мобы? Мобов я и так дефну этих. Апну левел. И скорее всего заролю до 40. В поисках ТА. Тут одна, тут три. Шесть ташек уже спиздили. По-моему, всего их 15. Шансы есть еще найти, ребят. Но это уже не точно. Много спиздили. Худ собрался. Не, ну тут либо... Тут либо ТА, либо СК, как бы, вариантов больше нет. Шанс на них примерно одинаковый. Судя по всему, там ТАшка вторая запалась. И у этого запалась. 9 ТА спиздили, я не нашел. Сколько у них ХП? У этого мало, у этого дохуя, у этого дохуя. 6 ТА осталось в пулю. И дохуя всякого говна. Один пенек, один ЛД. Еще один юнит великолепный есть в этой игре. Ну, это ОБХ еще третий. У меня еще нету пашек. Кажется, я не соберу в этой игре пашку третью, потому что я голду трачу на поиски ТА. И пашек мне не заходит, и у меня уже инкам не фул. Все-таки, когда я говорил, что соберу пашку третью, я рассчитывал на ташку. Там 11-0 меня дефает. Топ-1. Волками. А, это он же, ебать. Повезло!
успел. Но я нашел, ребят. Правда, голды 16 осталось, но я нашел. Мы усилились. Причем мы неплохо усилились, у нас еще тренд третий появился. Возможно, все-таки у нас будет пашка третья. В такой ситуации уже. Ситуация поменялась немножко в нашу пользу. Не буду ролить. Хочу пашку третью. Буду ждать 30-й, потом попробую наролить БХ или ЛД. Там ЛД, опять же, тоже спиздили уже много. 4 ЛД. И тут 4 у двоих. И у меня еще 3. ЛД будет очень трудно найти. Как это Ашку вторую будет очень трудно найти. Они еще ни один не вылетел из них. Сука. Дохуя хп. Дохуя хп. Тед может вылететь и отдать мне. Моба. Хорошо. Это криты. Это криты. И почти Мьёльнир. Ну, почти Мьёльнир он вряд ли соберется, конечно. Бля, я не уверен, сколько мне голды нужно, чтобы... Бля, короче, я буду ждать, пока этот чел вылетит. Он вылетит, и я начну ролить. Вот такой план. Искать его пашек. ЛД третий. Неприятный парень. Он вылетел. Мне один полетел. Джевелин, сука, не то. Гоу ролить, он вылетел. Одного подрезали. У него юнита. До двадцатки, короче. А, вообще 0 па. 0 па, 0 та. Тут 4. И тут 4. Их не так много у них на самом деле. У меня ближе всего, но единственное, что... Тут вообще 0 голды. Тут 30 голды. Там голды побольше. Кстати, он одну нашел, что ли? У него еще две ТА еще есть. ТА пиздец сильно решает. One, two, three,
откроем арту. Блять, что? Зачем? Зачем? Не души течет. Не так работает, как вы думаете. Не все работает так, как вы думаете. Сложно найти. И он одну нашел еще. Я просто так ролю. Эльф. Поэтому клопу сорла. О, сейчас зарядила. Ну, вроде норм все равно. Я там БХ еще живой. Хотя что-то непонятное происходит. Я нихуя не норм. Хотя БХ кританул. Клопа одна это не вырулит. Хотя бы та надо апнуть. Не, ташек вообще нет. Они их еще дальше собирают, понимаете, у них. Блять, у одного 5 ташек, у другого 4. Дельф зачем собирает, если честно, я вообще не понимаю. Ему наоборот надо тоже по ашку ролить, я думаю, ну или клопу. Ну точно не ТА собирать. И вряд ли он из тех мыслей, типа, мне заруинить. Очень вряд ли, сомневаюсь. Не та ситуация. Просто 3000 ранг, скорее всего. Так называется. Я пробил, кстати, от начала. Сколько голды? У него 0 голды. Может, он откажется от них? Неожиданно. И захочет ташку собрать вторую. Блять, он апнул. А, не апнул. Что он делает? Просто переставил их, я думал, апнул. Да, не переставил, кстати, в бок. Вайпера не успел. Ну, он выжил. Ебать, он ловит стилиться. Вы посмотрите, вы видели эту хуйню, что он творит? Дракон не может убить вторую пашку. Представьте, если у меня третья будет. Ёбаный рот. Как же она мне нужна очень сильно. Он продал. Найс. А ты? Этот не хочет. Все, этого мы дождались, пока он продаст пашек. Еще две осталось, сейчас найдем. Чем цифка играет? Троллями? Троллями барами. Троллями барами найтами. 3, 2, 4. У меня. Вылетай, брат. Очень нужно. Нужно, чтобы он еще отлетел. Тогда я точно найду. Если он отлетит, тогда я точно найду. Кстати, твича я пробил. Есть пробитие. Я найду и ТА, и найду ПА. Нет смысла ролить дальше. Сташка придет. Придется лочить. Не хочу лочить. Третий, ребят. Походу он выиграл. Он два тролля, кстати, второй. Пиздец, тут тоже юниты. Его я только что пробивал, но тут от медузы очень много зависит. Кританит медузу.
утонули. Ой, блядь. Чё ж ты не критуешься в медузу? О, мы выселили одного. Он нам корону принес. Сейчас можем найти. 1% остался у чела. Игра! Мы не нашли. Ниташку. У него было 5 их. Мы не нашли. У него было их 5. Мы ни одну не нашли. И он еще одну продал, все равно не нашли. Дайте жить. Топ-2 нужен здесь. Сука, не нашел просто. Подарки принес, держи, брат. Мом ему принес. Не, ну он его додушит точно. Как узнать, что за песня? А какую тебе, Сань? Я могу тебе сказать. Предыдущую или эту? Вот это вот играло перед этой. Блин, топ-2, конечно, хотелось в этой игре. Немного не дотянули. Не повезло, вот с этой подругой вообще не повезло в этой игре. У меня было все шикарно, реально. Я бы тут топ-1 занял, если бы мне Ташка зашла первая. Ну, пораньше, имею в виду. У меня слишком хороший заход был. Ну, в целом. Но именно на Ташку не повезло.